На необходимость четко соблюдать Минские договоренности Петру Порошенко указал президент Франции Франсуа Олланд, который принял украинского лидера в Елисейском дворце. Олланд по итогам переговоров заявил, режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается, но есть отдельные нарушения. То же самое с тяжелыми вооружениями. Они отведены, но не все. Французский лидер подчеркнул, график выполнения мирных соглашений не должен быть сорван. Упомянул он и о договоренностях поставить России вертолетоносцы «Мистраль». Олланд заявил, передачи кораблей сейчас не будет, но средства, внесенные за них Москвой, вернут. Если корабли не будут поставлены, то не вижу, как они могут быть оплачены. Это же очень простой принцип, не так ли? Если поставили, вам заплатили. Если нет, вы должны вернуть то, что вам заплатили. И уж точно вы не можете просить заплатить больше. Позиция президента России полностью понятна. Напомню свою позицию по «Мистралям» Владимир Путин высказал в ходе прямой линии на прошлой неделе. Он отметил, что Москва рассчитывает на возврат средств в случае срыва контракта. На обороноспособности страны отсутствие вертолетоносцев не скажется. Договор на их постройку заключался прежде всего для поддержания партнерских отношений.